есть вот такая вот инструкция, как вставлять. То есть вставляем пин, вот мы его вставили, этот пин. Ну, теперь нам нужно одеть вот эту штуку. Как нам ее одеть? Как написано в инструкции, мы должны сначала насунуть, повернуть и потом непонятно что. Итак, как это делается по-настоящему? Есть такая зазубринка, на которую мы одеваем пин. Вот мы на нее надели, опускаем вниз, поворачиваем по кругу, как нам сказали. Выворачиваем ее до того пина, который нужно одеть. И за счет нажатия, лучше спустить цепь ниже, мы должны цепь туда или сюда. Туда-сюда, туда-сюда. И вот пытаемся одеть. То есть мы как бы подгибаем пин, который мы должны одеть. То есть тут он должен быть всегда до конца. А этот пин мы как бы сгибаем. И раз. Вот он выходит. Видно. Вот. Хочу показать на камеру. Вот он. Раз. Мне не хватает. И чуть прокрутим. Не так это все просто. С первого раза. Опа. Чуть-чуть остается. Не хватает сил. Он заходит, но не выравнивается. Сразу пин выпрыгивает у меня чего-то. Попробуем другой стороны. Хорошо. Если не получается, попробуйте с другим пином. То есть вот так. По кругу. И выровнять в эту сторону. Раз. И есть. Все. Не совсем зашло еще. Вот теперь все. Вот так. Первый раз ставил цепь. Вот так оно выглядит.